Минобороны опровергли слухи в соцсетях и иностранной прессе о том, что Турция якобы сбила второй наш самолет в Сирии. В военном ведомстве эти публикации назвали абсолютной чепухой и отметили, что потерь у группировки нет. Также подчеркнули, в этом могли убедиться иностранные журналисты. Во время пресс-тура на авиабазу Хмеймим на этой неделе корреспонденты из десятка стран свободно работали там 3 дня подряд. Видеоролик, на котором снят столб белого дыма, появился в одном из аккаунтов Твиттера с надписью «Российский военный самолет сбит после нанесения ударов». Информацию затем растиражировали некоторые западные СМИ. В Минобороны отметили, что скрыть факт крушения во время визита журналистов на авиабазу было бы попросту невозможно.